Всем привет, ребят! Ну что, поехали? Как говорится, поехали тащить. Герой бездонатный, судя по всему, можно его получить без доната. Герой, героиня. Сейчас будем определяться с вами по ходу. Посмотрим, сколько у нас самиков уйдет. Ну, считаем, 860к у нас было. Ну, больше было, 880 где-то. Я немножко поролил, пока вам показывал такое основное сабновое. Ну, не знаю, честно говоря, не особо радует. Дойду я еще до прорыва, докачаю кого-то до 20-го. Не знаю, то ли это будет Огник, то ли это будет Фрея. Однозначно кого-то из них, скорее всего, возможно, Фрея. Посмотрим. Пока не знаю, честно скажу. Немножко не радует. Прокачки эти, ну, посмотрим. Так, ну что, где моя новая имба? Как обычно, мы сегодня лям сольем, чтобы получить героиню. Нет, ребятушки, это просто админ панелька. Можете меня поздравить, мы выбили нового героя за минуту. Самый топовый имбовый роллинг, опять же, подкручено. В общем, вот как-то так. Поехали. Поехали, посмотрим на нового героя сразу же на минималках. Покажу, расскажу. Не получилось у нас сделать какую-то там мега имбовую роллинг. Так, поехали, смотрим. Смотрим, знакомимся с героем. Бум. Поехали. Поехали, поехали, знакомимся. Ну, все как обычно. Самые топовые видосы здесь. Самые топовые роллинги, кидайте заявочки, участвуйте в конкурсах. Так, серая фракция, отлично. Серая фракция, отличненько. Давайте немножко подкачаю. Ожива стоит. Поехали, давайте питомца присобачим, мало ли. Поедем, потестируем. Давайте на подземках начнем. Посмотрим на подземках, что она из себя представляет. Он или она, ну, судя по всему, то она. Ну, непонятно. Может, какой-то гермафродит. Ну, в общем, летающий герой, судя по всему. Ого, ничего себе. Как-то аж непонятно. Знаете, что непонятно? Потому что у меня стоят минимальные требования. Сейчас я поменяю их. Судя по всему. В общем, интересно будет сейчас посмотреть. Герой дальник. Неизвестно, автопрокер или нет, это мы увидим. Сейчас мы... Нет, здесь мы тестировать пока не будем. Я потом уже буду прокачивать более интересно. Потестируем. Так, смотрим. Вот так вот три шарика крутится. Дальняя атака, летающий. Но, судя по всему, автопрокер. Зона, конечно, действия очень офигенная. Сейчас я поищу параметры героя. Так, скилл вызывает область времени, пространства, вражеские цели. Ну, в общем, бьет зонально, имеет иммунитет к заморозке и окаменению во время существования области. Ну, это интересно. То есть, так вот. Так. Что тут... Когда здоровье героя выше или равно 50%, он увеличивает силу атаки на 200 каждые 4 секунды. Когда здоровье ниже 50, снижает входящий урон на 85 каждые 4 секунды. Ну, интересно. Интересно, интересно. То есть, такое что-то они интересное новое придумали. Посмотрим, как оно будет на максималках уже. Сейчас я немножко... Потестирую, давайте еще посмотрим. Надо хотя бы с ним познакомиться. Ну, как-то непонятно, автопрокер или нет. Как-то включается его умение. В общем, это проверим. Надо немножко, наверное, подкачать нам просветы, чтобы поставить. Так, а что тут у меня по книгам делается? А, тут у меня книг хватает. Может, этого героя качнем? Пишите в комментах.
Так, сейчас загружу вам видосик. То я, не, как обычно, не успел. Дела. В общем, не знаю. Пока первое впечатление непонятное. Посмотрим, докачаем. Тогда станет что-то понятно. Так. Что там нам надо? 71 просвет, если я не ошибаюсь. Для ремки, чтобы определить, автопрокер или нет. Что там по мане? Маны у меня, как обычно, нету. Ой, чем мы заморачиваемся? Можно сделать вот так вот. Зачем тратить время, правда, ребят? Тоже так думаю. Так, 66-й. Отлично. Так, ставим ремку, смотрим, автопрокер нет. Поехали. Ну да, автопрокер. Это отлично. Это очень отлично, что автопрокер. Это будет очень интересно. Посмотрите, какая зона. Интересно, интересно. Дальник, автопрокер. С такими статами, возможно, это будет, ребят, новая имба для битвы гильдий, для дефа. Кто его знает. Так, давайте тут потестим. Ну вот как-то так. Интересно. Давайте тут. Ну, атака, я вам скажу, уже неплохая. Мне уже нравится. Это первый скилл, не прокачанный. Супер. Это очень интересно. Понижает входящий. Блин, ну интересный герой получается. Только вопрос, надо будет определиться с талантом еще, но... Блин, это оно. Это, ребята, оно. Посмотрите, какая зона атаки. Кулдаун, правда, не радует. Но, опять же, это неплохо. Все равно это нормально. процентов. Посмотрите, как героя продамажило. Это без прокачек всяких, либо там. Вот такая вот, ребятушки, у нас тема. Не знаю, пишите, что вы думаете. Автопрокер. Автопрокер, дальник, летающий, имеет увеличение атаки, умеет уменьшение атаки, имеет иммунитет к заморозке, к каменению, если включенный скилл, судя по всему. В общем, интересно будет посмотреть на максималке. Я думаю, возможно, качнем сразу же на максималку прорыв, чтобы потестировать, посмотреть, что может герой. Думаю, это будет интересно. Пишите в комментах, если вы хотите увидеть ее сегодня на максималке. Сделаем, потестируем. Ну, в общем, как-то вот так вот. Не знаю. Первое впечатление, интересное герой. Интересный герой, ПВПшный. То есть что-то новое, что-то универсальное, что-то непонятное, скажем так. Но в любом случае очень офигенно, то что у нее куча разных функций, куча разных иммунов. Это мне нравится. Такс. В общем, как-то так. Смотрите, что она делает.
Ну реально, это будет им был герой, ребят. Все. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.